второй этап вакцинации гонковид. Первый этап вы прошли 12 мая. Глава Химок Дмитрий Воложин в поликлинике номер 2 прошел второй этап вакцинации. Как требует регламент, медсестра проверила артериальное давление и температуру тела. Затем Дмитрий Воложин подписал информированное согласие и отправился в процедурный кабинет. Первый перенес безболезненно, температуры не было, никаких симптомов не было. То есть обычное состояние здоровья. Я думаю, что это точно так же будет действовать. И для меня это предмет первой необходимости. Я считаю, что это обязательно нужно вакцинироваться каждому. Болезнь переносится достаточно тяжело, а вакцинация это всего лишь 3 минуты и легкий укол, который даже не чувствуется. Выбирать здесь, выбор очевиден. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Всего доброго. По словам врачей, есть опасность третьей волны коронавирусной инфекции, поэтому только вакцинация позволит вернуться к прежнему образу жизни. На сегодняшний день в Химках работает 15 пунктов, где можно сделать прививку от ковида.